идет. Ну, сейчас я Наташе на ту улицу позвоню. Я не люблю, когда фотографируют. Любишь, не любишь. Друзья, сегодня мы приехали на поселок. Как он правильно называется? Шахта Октябрьская. Шахта Октябрьская. Да, вот тут рядом мечеть. Да. Получается, вот эта улица автострадная. Бассейн. Что-то вдалеке шумят. Да. Пески же рядом. У нас вот поле за улицей, и сразу пески. И пески. Через поле получается. Наташечка, уже машина подъехала, давай, кто там ваши люди? Сразу пески. Кто-то держите. Давайте. Друзья, сейчас мы приехали сюда, 100 наборов продуктовых привезли для жителей, которые здесь. Выгружайте или что? Да, выгружайте. Давай, все остановитесь, выгружайте, чтобы побыстрее это сделать, потому что сейчас как затишье какое-то маленькое. Вообще, до того, как мы приехали, 5 минут назад здесь очень сильно рядышком положили снаряды. Ну, вон, слушайте. Мы думали, вы в готовых пакетах. Какие пакеты? Не, а когда-то привозили. Это было раньше. Сейчас огромное количество людей, просто мы не формируем пакеты. Мы даем пакеты, вот. Пакеты есть. А вы нам перечислите, что именно? Потому что вы же не сами разберетесь. Вы там все по одному видно. Молоко, тушенка. Зоя. Я держу двери. Юра, иди. Дайте подержите. Держите двери. Сейчас немножко как бы перегородили движение здесь на улице. Ну конечно, мы вторая улица от шахты. Попросили помощи. И нам вот это самое привезли. Не отказали. Вот, смотрите, друзья, кто здесь живет. Кому мы оказываем помощь? Вот это несчастным старикам. Каждый день. Которым каждый день прилетают сюда снаряды. Они с улицы, поля и песка. Каждый день. У нас даже по улице. Здесь везде у всех выбиты окна. Видите, какие разрушения на этой улице. И очень и очень здесь неспокойно. Это вчера здесь пятиэтажки, которые мы видим в конце улицы. Прилетел снаряд, и осколок попал, один единственный осколок пролетел в эту пятиэтажку, попал в окно и убил женщину. Ну, у нас тут есть чуть-чуть базар, но он дороже, чем на вокзале. И мы, так, а дорога аж 18 рублей. Ну, какие там огромные взрывы идут вдалеке. Так мы и живем. Надеемся. Это туда, где первую площадку, в той стороне. Конечно, о чем мы говорим? Давайте помогу. Уважаемые друзья. Привет. Да, привет, Аля. Уезжаем, у меня дети не разрешают. Вот сюда в одном мы слаживаемся, как обычно. Гречку на гречку, сахар на сахар. Спасибо. Ага. Сахар куда ставить? Вот сюда. Я нашу сахар. Кто-то пошел быть. Уже камеру выключил, так всегда выключаю камеру, где-то как недалеко был прилет, было хорошо. Наташа, здесь на туда это, туда. Да, вот рис на рис, ложи, чтобы мы не за. Вон рис на рис. Сахар. Сахар. Вот. Сахар. Вот там сахар. Да ложите вот здесь. Наташа, ложите вот здесь. А пакеты есть, да? Пакеты есть, да? Да. Это что? Ну, глянула, там поставила туда. А, это тушенка, я поняла, да? Ну вот, мы все выгрузили, вот все передали нашим жителям прифронтовых районов, которые живут у самой линии фронта.
Друзья, огромное спасибо вам, низкий вам поклон за то, что вы помогаете. Мы все это передаем жителям, жителям города Донецка, прифронтового района на поселке Октябрьский. Через поле Пески. Спасибо огромное еще раз. И в общем, будь добру. Да, и вам большое спасибо. Да. Да, за помощь. И вам спасибо. Спасибо вам большое. Да. Друзья, ну вот мы приехали сейчас. Это цыганский поселок, да? 20... Ну да. Да. Да, это получается... Цыганский и тут у нас, да, Андрюшка. Да. Я звонила вам. Мы привезли 50 продуктовых наборов. Ага. Вот сейчас вы слышите, как идут обстрелы большие. Вот немножечко у нас здесь бардак. Почему? Потому что мы только что с азотных раненых вывозили в больницу. Ну, я так и поняла. Думаю, потому что-то случилось. Потому что были обстрелы. Мы сюда загружали раненых и везли их в больницу. И немного получается бардак. Там девочка немного порассыпалась, ну ничего. В общем, здесь 50 продуктовых наборов. Давайте выгружаем по-быстренькому, и мы полетели дальше. Потому что идут обстрелы, и, возможно, где-то нужна наша помощь. Вот, друзья, благодаря вашей поддержке вот мы здесь привозим на линию фронта. Подержите дверь, пожалуйста. Пока ну, слышите, как тут весело. То есть обстрелы идут здесь постоянно, не прекращаясь ни на минуту. Ну, там это телефон трудовский, вот, тут рядом. Заносите, заносите. Во двор, вот, десятая. Заносите. Он выгружает, а вы заносите. Куда заносите? Вот, да, это там, на стол там максимально быстро мы попробуем выгрузить. Андрюша, Маха, ты отойди в сторону. Блин, а где-то прилетало. Я же вон дверь держу. Весело как? Да. Так, как в сказке. Ни кров, ни угля, как говорится. День добрый, а расскажите нам. Сейчас выгружаем дальше. Вы слышите, как совсем недалеко будут стрелять. О, уже где-то на трудовске прилетело. Ветер сильный. Может, звук, ребята, и ничего, но знаете, что мы вот показываем, как тут разгружаем несчастным жителям, старичкам, которые живут на линии фронта. Хоть немножечко им помочь. Спешили, спасали женщину. Мы довезли до больницы, все нормально, все же будут жить, все хорошо. Мы выгрузили. Это моя. А я последний раз. Ну да, стреляю. Да, да, все. Вот, мы все сюда перенесли. Огромное спасибо, друзья. Не за что, спасибо вам. Низкий вам поклон за все, что мы сегодня смогли накормить старичков. Спасибо большое. Будь добру. Вам да, спасибо. Да. Спасибо добру, вам добру. Большое. Дай Бог вам здоровья. Спасибо вам. Что хочешь? Ох, зараза. Блин, да что ж это такое? Стреляют и стреляют. Так, не дают здоровье, покоя. Днем и ночью. И прилетает сюда часто. Часто, постоянно. Не буду говорить, чтобы не на карте. Ну, все в курсе, ребята, как сюда прилетает.
Мы уже привыкли, не знаем, как мы будем без войны. Кажешь, не будем стрелять, уже привыкли. Кажешь, не стрелять. Что ж такое, что там есть издохло? Кто-то не стреляет. Ох, ужасные звуки. Ой, господи. Там, да, да, да. Ой, спасибо.